Ребята, блин, как я теперь вас понимаю? Проснулся пораньше, лег поздно. Надо идти на тренировку. Я надеялся, что проснусь, будет там дождь. Но, походу, просто пасмурно. Блин. Хочется еще поваляться, поспать, посмотреть. Короче, друзья, немножко похвастаюсь фигурой своей. Хожу, вот тренируюсь. Видите, не ленюсь, даже несмотря на то, что тяжело утром было. Набираю потихонечку массу. Благодаря фруктикам и правильному питанию, видите, конечно, я пресс не качаю, но я его все время показываю. Немного живот есть, но тем не менее, видите, уже вот такая вот ерунда происходить начала. Все. Короче, презентация. Это что за секси попка его тайская? Короче, после вкусной пиццы к морюшку, как обычно, с шейком. Это пиздец просто, ну посмотрите, блин. Ну куда ты села? Тут все ссут, срут, блин. Это ж пляж вообще. Голуби тут одни тусуются. Павлик. У нас дома не смывается. Павлик. Слышишь? Да. Ну ты-то куда, блин? Ты скажи, что, блин. Наркоманы здесь, иголки в песке, блин. Транс здесь и спал просто. Честно, нашел старое видео этого еще. Мистер. Мистер и миссис Смит. Это вообще, посмотрите. Блин, это так со стороны забавно смотрится. Я говорю, на этом все закончится. Сейчас вынесу. Здрасте, пожалуйста. Не, я тебе говорю, что я вынесу, на этом все закончится. Пожалуйста. Порчу, я как испорчу, так и починю. Я не могу понять, зачем ты этим детским садом занимаешься? М? Как это было давно? Аналогично. Что аналогично? Могу тебе такой же вопрос задать. Нет, я тебе говорю, я всего тебя прошу, чтобы ты поддерживала. Царит. Да? Да. Сама ты едешь? Да. Я не хорошо, могу. Давайте помогу вещи собрать. Давай. А вот этот момент, помните, бля, это просто самый сильный момент, мне кажется, вообще в истории Дома 2. Сейчас. Вот, я слышал, ты предлагаешь уроки психолога. Да, конечно. Я согласен на этот урок психолога, держите. Димки, цветы, блядь. Как я буду дарить? Держи. Давай, вот, Олечка, дорогая. А ну? Часы приема. Часы приема. Диман. Через полчаса. Хорошо, все, то есть я могу приходить с любой проблемой. Конечно, да. Ну, я буду тебя учить, чтобы ты не хамил, не грубил. Вот, чтобы ладно, мог контролировать свои эмоции. Хорошо, обязательно. Чтобы не срывался ни на ком. Даже если у тебя какие-то проблемы в отношениях, не нужно искать нас, врагов. Хорошо, все, я услышал. Я приду на следующий урок. Все, Димас, тебе букетик, все, все как положено. В общем, друзья, взял креветочек, и сейчас буду смотреть свой любимый сериал. Короче, называется, чтобы вы понимали, он... «Династия», три сезона, который у меня уже, блин, с ума свел, поэтому очень крутой.